Девчонки, всем большой привет! С вами на связи Екатерина Вяткина. Сегодня хочу рассказать о пустых баночках за февраль месяц. Кому интересно, оставайтесь со мной и приятного просмотра. В феврале у меня закончился вот такой бальзам для губ. Это антивозрастной бальзам. В старой еще линейке 45-70 его артикул. Еще можно найти его на распродаже. Здесь и он имел такой нежно-розовый оттенок, но его практически не видно было на губах. В принципе, хорошо ухаживает за губами. Мне этот бальзам нравился. Приобрела из новой линеечки уже. Далее закончился мой любимый кондиционер «Золотая органа». Очень мне нравится, этот кондиционер. Но долго не могла выбрать из ассортимента Faberlic то, что нравилось бы. То этот пион ужасный, какой-то бабушачий запах. Вот, ну, органа золотая мне понравилась. Покупаю регулярно. Далее. Мягкий мицеллярный шампунь 2 в 1. Чистая линия. Здесь объемчик 400 мл. Хорошо ухаживает за волосами, хорошо очищает их. Он был такой прозрачного полностью цвета, то есть не было, да, цвета. Хорошо промывал, волосы пушистые, роскошные, блестящие. И очень приятный аромат. Нам с дочкой с Радой понравилось. И если мы будем где-то в магазине, увидим, то обязательно купим с хлопком. Хлопковое молочко. Рисуночек, да? Далее. Гель для душа из линейки Bon Journée Faberlic. Тоже приобретаем. Это Мексика. Мне нравятся эти гели для душа. Бывают акции, когда на них тоже приобретаем. Хорошо очищают кожу. Хорошо ухаживают за ней, да? Мне кожу не сушат. Далее, это у нас средство для чистки стекол и мытья, зеркал и стекол для чистки и мытья, вот как надо сказать. Тоже регулярно приобретаем в компании Faberlic вот это вот средство, то есть оно идет еще с антизапотеванием. Хорошее средство. Регулярно приобретаем его, особенно когда есть приятная цена. Далее шампунь Head & Shoulders 2 в 1. Шампунь Head & Shoulders я уважаю, они мне очень нравятся, помогают от перхоти. И волосы с ним рассыпчатые, пушистые, очень чистые и долго остаются такими. Мои любимые масочки. Все, их уже сняли с производства, но у меня есть еще запас этих масок. То есть я пока еще спокойно более-менее. Вот у меня еще штук 8, наверное, в запасе есть. Но когда кончится, не знаю, что для себя искать в каталоге Faberlic. Таких вот масок уже нет. Очень мне они нравились. И даже уже на распродаже нет. Когда были по распродаже, я их приобретала. Далее, линейка «Морошка», масочка. Она очень была густая, вот такого оранжевого оттенок имела. Очень хорошо питала волосы, прямо такие до утяжеления даже. Маска понравилась и очень экономный расход. То есть, как бы берешь маску, да, из баночки, то есть форму даже не меняла, вот как масло какое-то по структуре. Понравилась маска, хорошо питает волосы. Далее шампунь, тоже «Морошка», универсальный шампунь для всех типов волос, понравился вот этот шампунь. Был еще шампунь 2 в 1, но я, видимо, уже выбросила флакончики-то. Он тоже хорошо очищал волосы, но он быстро загрязнял их. То есть чем вот этот вот просто универсальный шампунь. Оттого на второй день уже требовалось снова мыть волосы. А этот с этим шампунем
был эффект чистоты дольше. Далее, снова гель для душа. Это у нас зимняя линейка была. Закончилось 3 гельчика. Это у нас карамельное настроение. Действительно пахнет рисками такими, карамельками. Очень приятный аромат, сладенький. Вот лимонный кекс. Это стал, да, мандариновый микс и лимонный кекс. Это стали моими, ну, не то что любимчиками, больше по аромату мне понравилось. Там было еще корица, яблоко, корица, да. Но я не очень люблю корицу. А вот лимонный кекс и мандариновый микс, очень приятные ароматы. И точно так же хорошо ухаживает за кожей, не сушит ее, хорошо очищает. И приятные ароматы. Далее. Гель-трансформер для лица идет у нас, да. Очень приятный аромат. Имеет легкая текстура трансформера. Нет, я его до конца, ничего даже не выдавить. Он такого голубого оттенка был. И вот он как гель, его наносишь, начинаешь распределять, он как тает на теле, да, на лице, и превращается в воду. И хорошо увлажняет кожу и надолго. Но на лето, мне кажется, будет тяжеловат. Вот сейчас самое то. Ну, в общем-то, понравилось. Дальше мист новинка линейки Океанум. Я перелила просто в обычную упаковку вместо тоника. Вот у меня Окси Оладжи, да? Вот сюда перелила. Немножко еще осталось. Использую как обычный тоник. Понравилось, хорошо тонизирует, ухаживает за кожей, дополнительное очищение идет. Приятный продукт. Далее зубная паста Colgate. Ну, мы их берем периодически, тоже нравится. И зубная паста отбеливания. Это что идет? Линейка. Бережное отбеливание и комплексный уход. Это вот эта вот серия. Ну, почему-то я в последнее время начала обращать внимание, что зубы стали чувствительными на холод, на перепады температуры, да, то есть на напитки либо ты горячий чай пьешь, реагирует, либо что-то холодное пьешь, реагирует, либо даже просто яблоко кушаешь, да, комнатная температура вроде, да, и зубы стали реагировать. Ну, наверное, буду все-таки приобретать, но чередовать нужно. Далее закончился любимый крем. Мы его так полюбили. Faberlic Baby. Детский крем для малышей и мам с депантенолом. Очень приятный аромат имеет. Легкий крем, хорошо впитывается в кожу. Никаких жирных следов, никакой потнички, никаких покраснений, раздражений. Все комфортно. Все хорошо. То есть с нуля, да? Кремушек. У нас есть вся линейка. Это очень довольны. И последние 2 средства закончилось. Это увлажняющая сыворотка для лица линейки Expert Skin Activator. Очень мне нравилась вот эта вот линейка. У меня был гель. И вот сыворотка спрей. Девчонки. Вот, приятный продукт. Если будет на распродаже, я так поняла, что эту линеечку снимают. Если будет на распродаже, то буду повторять. И закончился у меня парфюм. Это Дизрабль. 30 мл. Приятный аромат. Я здесь слышу шоколад горький, нотки кофе. Очень приятный аромат. Думаю, что я его повторю. Ну все, девчонки, на этом мои пустые баночки закончились. Оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте классики. Буду рада обратной связи. До новых встреч. Всем пока.